Владимиру Мединскому не понравился фильм «Джокер». Правда, конкретных причин он не назвал. Но запрещать его не будут, несмотря на жалобы зрителей на насилие в фильме. Ведь в «Джокере» нет призывов к свержению действующей власти, порнографии или оскорбления чувств верующих. Министр культуры сказал, что если бы фильм снимали в России, он бы не получил никакой финансовой поддержки от фонда кино. Вместе с тем, в российском прокате «Джокер» уже собрал почти 2 миллиарда рублей. Половину фильмов, которые поддержал фонд кино, зрители не увидели в прокате. А на днях счетная палата обнаружила деньги, которые Минкульт выделил фонду кино на офшорных счетах.